А зачем вообще покупать? А оказалось, нет. Оказалось, все равно вкладывается в таргетированную рекламу, все равно вкладывается во все прочие вещи. Создать группу, в группе распространить свой вот этот вот, и там, знаете, и возможно жить неплохо, и оплачивать, которые такие типа с блэкджеком, или там какая-то там еще Россия, я в общем-то особо сильно пи, а также мой никнейм Данте Конор, а также... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Black Rush. Вы название этого проекта не слышали на моем канале уже, наверное, неделю. Может быть, даже месяц. Может быть, около того, я точно не знаю. Да и вообще, когда выйдет данный видеоролик? Может быть, в пятницу, может быть, в субботу, может быть, в воскресенье, может быть, в следующий понедельник. Это не имеет никакого значения, потому что, ну, какой в этом в самом деле смысл? Ведь факт в том, что сегодня мы разговариваем даже не столько о Black Rush, сколько о их действиях некоторых, вот, знаете ли, в медийном вот этом во всем поле, в том, о чем пишут, в том, о чем вообще рассуждают, в том, о чем стоит сказать, в том, о чем стоит поговорить, и в том, о чем, о том, о сём, ни о чем и так далее. И поэтому сегодня у нас как раз-таки вот подобная тема видеоролика. Дело в том, что Black Rush купила себе группу проекта, какой-то там, знаете, тоже был КРМП проект, что-то суровая Россия, по-моему, или какая-то там жесткая, грозная Россия, что-то вроде того. В общем-то, купили себе группу этого самого проекта. Поначалу я подумал, возможно, что в Life Mobile что-то неправильно написали, потому что, а зачем вообще покупать группу этого самого проекта, если можно, типа, знаешь, самому создать, и там будут, типа, подписчики набираться, впустить какой-нибудь таргетинг на деньги вот всего этого, и после всего этого, то есть, ну, уже свое сообщество непосредственно развивать. А оказалось, нет. Оказалось, Black Rush, она просто взяла, просто вот купила всю эту группу. То есть, не мод проекта, не сам проект, не вот этот вот весь сервер, который, по сути, должен был стать первым бонусным проектом в КРМП на Black вот этих вот всех андроидах, вот на всех вот этих вот вещах, на всех вот этих вот делах и на всех прочих вещах, но, в общем-то, не успели, не получилось. Они разработали, не сделали и всего прочего не произошло. И по итогу вот эта вот самая группа «Суровой России», она стала, ну, проектом, вернее, группой проекта Black Rush. И можно долго рассуждать на тему того, что вот зачем Black Rush вообще купила всю эту группу, если, типа, все равно вкладывается в таргетированную рекламу, все равно вкладывается во все прочие вещи. Для чего покупать просто группу-то под свое вот это вот все крыло, типа, просто чтобы она была или как, или, ну, это же полное безрассудство, это же абсолютно непонятно, но нужно будет еще, знаете ли, посмотреть, что там они будут делать со всей вот этой вот группой. Возможно, что они покупают эту группу, потому что хотят там какой-то свой, возможно, бонусный проект сделать в GTA КРМП, чтобы вот эту вот всю нишу самим занять, и чтобы вот, знаете, конкуренты, чтобы у них даже группы вот ВКонтакте не было, в которой они бы могли там, знаете, ссылки давать на скачивание всех этих, там, я не знаю, лаунчеров, всех вот этих вот клиентов, всего прочего, и они такие типа, ах, блять, вот мы вас переиграли, конечно, вот вы хотели там, знаете, создать группу, в группе распространить свой вот этот вот сервер, лаунчер, клиент бонусный, а мы-то вас опередили, мы-то у вас купили эту самую группу, и теперь вы не можете сделать абсолютно ничего, потому что группа-то у нас и все. Возможно, они так, знаете, борются с конкурентами, которые, типа, такие приходят нам весь этот рыночек, хотят такие, знаете, в КРМП, Android и так далее, все вот это вот сделать, и они такие, блять, а вы знаете, а в Black Rush это как бы, ну, уже мы играем, да? Вообще, а вот так, если подумать, откуда у чуваков с Black Rush, вот у основателей и так далее, деньги, неужели на вот эти вот все КРМП сервера на них так много донатят, что они могут себе и ютуберов позволить, и там, знаете, и возможно жить неплохо и оплачивать все вот эти вот, знаете, сервера, потому что у них, как вы можете знать, не один сервер, их намного больше, там 2, 3, 4, 5, я точно не помню. И, ну, а вообще откуда? То есть на телефонах же играют от чего? От того, что денег на компьютер нету, и от того, что там, знаете, ну, возможно, уровень развития, потому что, ну, кто еще в КРМ поиграет? Вот какие-нибудь дебилы конченые, которые такие, типа, блять, вот хочется поиграть, вот русские машины, да, дрифт, ДМ, все прочие вещи, вот всегда хотел поиграть, не знал где, о, Black Rush на телефон, и как раз у меня же нету компьютера, и такой типа, вот компьютера-то у меня нету, и я даже копить не буду, я, знаете, я задоначу в Black Rush 3000, потом еще сверху 5, потом сверху еще 35, чтобы, знаете, у меня были самые лучшие машины, самые лучшие вообще женщины, и чтобы я вообще смог отстроить там, знаете, свой особняк с Блэк Джеком и некоторыми распутными женщинами, которые там вот, знаете, будут сидеть, висеть, может быть, а разговаривать о каких-то прочих вот этих вот всех вещах, и, ну, многое другое. Одна
Однако, вы можете написать в комментарии, что вы думаете по поводу того, что Black Russia купила себе группу этого самого проекта, суровая Россия, грозная Россия, или там какая-то там еще Россия, я, в общем-то, особо сильно все это не знаю, но вы можете поделиться, разумеется, своим вот этим вот всем мнением, авторитетным, неподкупным и, самое главное, нужным мнением в комментариях, чтобы я такой почитал, такой, блять, а Black Russia-то они так, знаете, неплохо вложились, неплохо купили, и можно сказать, что у них, знаете ли, будет скоро такая, знаете, огромная, огромнейшая прибыль. Я играл на проекте Arizona Rule Play Phoenix, это GTA Samp, это компьютер, это вот, знаете, есть Arizona Mobile на телефон, IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также ссылочка на мой телеграм-канал, и все-все-все вот эти вот, знаете, прочие соцсети, все вот эти вот прочие вещи, они все находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, узнавайте все новости, ознакомляйтесь со всей вот этой вот, знаете ли, информацией, скачивайте Arizona Mobile, может быть. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра. Я надеюсь, что в 20.00, но ставьте колокольчик, подписывайтесь, и тогда уже мы узнаем 20.00, 35.00, 45.00, 5.08.9 и вот многое-многое другое. Всем спасибо, всем до свидания.